песню, как «Сердце не хочет тебе покоя», вот я бывало, слышал где-то, может, год назад, два года назад. Песня на самом деле про меня, так как я очень люблю женщин, очень хочется эту песню понять и донести от себя самого личного. Да. Встречайте Амарху Барху. «Сердце, тебе не хочется покоя». Много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Давайте начнем сегодня именно с вас. Вот мне кажется, Амарху выполнил первым мой завет и получал удовольствие. Я, например, вместе с тобой получил его тоже. Просто и хорошо. Спасибо. Исполняя эту песню, каждый последующий исполнитель попадает в очень, я бы сказал, тяжелую ситуацию, потому что он начинает конкурировать с несметным количеством исполнителей. Но вот... Амарху все равно сделал эту песню своей. За что ему спасибо. Спасибо тебе большое, Амарху. Ты спел это вот с такой легкостью, которая обычно свойственна юности. Это очень приятная весна, любовь, сердце. Без инфаркта. Я тоже присоединяюсь. Хочу добавить, что несмотря на то, что сейчас 2006 год, ты абсолютно современный человек, абсолютно современное звучание, аранжировки, но уверен, что ту эмоцию, то настроение, которое автор хотел передать, ты очень точно уловил и, собственно говоря, передал нам. Спасибо большое. Ну что, ты доволен? Насчет того, что меня похвалили, да. Что случилось у вас с Павлом? Ничего. Дело в том, что я во второй песне не очень удобно, не очень комфортно чувствовал себя в костюме и был этим немножко огорчен. И вот. А Фаша, как настоящий друг, пришел меня поддержать, сказать: молодец, нормально, все, хорошо выглядишь. И вместо этого немножко, не знаю, может быть, был немножко такой раздраженный. И из-за этого как-то ответил ему не очень-то и вежливо. Ну, да. Ты был неправ. Я тогда почему, когда Паша после этого подошел к тебе, извинился и подал тебе руку, ты ему руки не подал, я не понял. Просто я был на какой-то момент обижен на какие-то слова, и нужно было обдумать это, и, естественно, я хочу сказать: Паша, извини меня, пожалуйста, я был неправ, на самом деле, настоящий... Слышите? Номер 4, если я не ошибаюсь. 4. У тебя голосуйте за Амарху Барху 8-800-3-3-3-5-0-0-4. Или посылайте цифру 4 на номер 60-60. Амарху Барху!